11 сентября отмечается Всемирный день трезвости. Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, прошли и в Саратове. На Театральной площади в рамках одноименного праздника для саратовцев выступили вокальные и танцевальные коллективы, а также работали несколько спортивно-развлекательных площадок. Школьники и студенты собирали и разбирали автомат Калашникова и пробовали себя в силовых упражнениях. Немало зрителей собрал мастер-класс спортсменов-экстремалов на турнике. По словам участников, такие мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни, особенно среди молодых людей. Ведь по данным общественников, возраст тех, кто впервые пробует вкус алкоголя, снижается. А по статистике, Саратовская область занимает 15-е место по количеству пьющих жителей в России.